Ой, сколько много шоколадных конфеток. Малыш, зачем же ты это взял в руки? Это же какашки. Ах ты мой хороший, да ты проголодался. Сейчас я тебя покормлю. Ты мой хороший, на тебе скорее косточку, скушай. Ой, молодец, хороший. Ну давай еще, да, ты такой голодный. Кусай, кусай, да, хороший. А вот еще две косточки, ну-ка. Ой, какой хороший мой сладкий песик. Вкусненько покушал, молодец. Доги, ну что же ты натворил? Ах ты засранец. Теперь надо убираться. Пойду за совочком. Начнем уборку. Итак, мы несем эти какашки в мусорное ведерочко. Оп, уходим за следующей какашкой. И хулиган мой Доги. Ух ты, нахулиганил, а мне теперь убираться. Все уберем. И остался последний котишок. Нашего хулигана убрать. Молодец, хороший мальчик, я на тебя больше не ругаюсь. Молодец. Доги, нас с тобой пригласила сегодня в гости Синди. Пойдем-ка сходим, проведаем, как у нее дела. Ко мне сегодня в гости придет Барби. Нужно навести порядочек, пойду протру пыль. Ой, какой интересный мультик про свинку Пеппу. Малыш, я тут немножко уберусь, протру телевизор. Потому что сегодня в гости к нам придет тетя Барби. Сейчас протру стол, потому что мы с Барби будем пить чай. Осталось совсем чуть-чуть, и сейчас я уже пойду мыть полы. Я взяла шваброчку, и сейчас буду протирать полы. Вот так, сейчас все полы вымоем, и будет у нас чистота. Очень чисто вымоем полы. Позже Барби придет, как я уже ее жду, я так соскучилась по ней. Осталось совсем чуть-чуть. Уборка завершена. Все чисто, как у трубочиста. Малыш, ты очень долго смотришь телевизор. Давай заканчивай. Ой, это пришла Барби. Пойду ее встречать. Привет, Барби. Привет, Синди. Как мы тебя долго ждали. Проходи. Проходи, Синди. Будь как дома. Ой, пришел мой любимый Доги. Пойду к нему поиграю. Привет, Доги. Я по тебе скучал. У меня для тебя кое-что есть. Барби, знаешь, кого я вчера встретила? Нет, Синди, расскажи. Я вчера встретила в магазине Кена, представляешь? Эй, Доги, смотри, что у меня есть. Что ж ты натворил, Доги? О, это что такое, Доги? Конфетка, что ли? Мама дорогая, малыш схватил какашку. Ой, сколько много шоколадных конфеток. Малыш, зачем же ты это взял в руки? Это же какашки. Нет, мама, это конфеты, которые принес Доги. Я только убралась. Прям за что ты остановился? Рекс, ну ты негодник. Крошка Сью, ты где? Мамочка, я бегу, бегу. Бегу к тебе. Малышка, ты где так долго была? Я уже начала переживать. Мамочка, я сейчас встретила свою подружку Синди. И знаешь, с кем она гуляла? Нет, моя дорогая, скажи, с кем? С собачкой, мама, представляешь? Ну, какая хорошая девочка, умница. Мамочка, давай тоже возьмем собачку, пожалуйста. Ладно, крошка, я подумаю. И в один прекрасный день случилось чудо.
Мама Барби очень любит свою крошку Сью, и поэтому она и решила сделать вот такой подарок. Ребята, смотрите, какая прекрасная собачка. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Итак, ребята, коробочка открывается, и смотрите, что нас ждет. Ого, вот это наборчик, сейчас посмотрим поближе. Итак, у нас в этом наборе с вами есть такая замечательная куколка Барби в прогулочном костюме. Отличная собачка, очень хорошая, хорошая. У нее есть наборчик с косточками, ну это маленькие какашки, чемоданчик, которым Барби сможет переносить еду для своей собачки. Это такой предмет, который нам поможет убирать какашки, и урна. Ну давайте открывать дальше. Ну вот смотрите, ребята, какая прекрасная Барби. Посмотрите, у нее даже гнутся ножки в коленочках. Она может к своему любимцу присесть на коленочки и погладить. Ах ты мой хороший Рекс. Любимый, любимый, хорошая собачка. Ну а теперь давайте покормим Рекса. Ну что, Рекс, открывай скорее свой ротик. Тебе и летит вкуснейшая косточка. Вкусненько. А еще одну будешь? Будет. Ну-ка, кушай. Вкусно. А еще одну сможешь скушать? Очень нравится, очень нравится. Вкусные косточки. У нашего Рекса есть вот такой прекрасный поводочек. Барби может его взять в свою ручку. Вот так. И пойти прогуляться с Рексом. Пошли, Рекс, гуляй, скорее гуляй. Хорошо, молодец, хорошая собака. Рекс, а что ты остановился? Что такое? Ну ты негодник. Рекс, ну ты даешь. После вкусного обеда нахулиганил. Сейчас будем убираться. Итак, берем наш инструмент и собираем эти катишочки и несем в урну. Оп. Идем за следующий. И оп, поймали. Несем в урну. Хорошо. Идем за следующий. Оп, какое прекрасное приспособление для сбора какашек. В урну. И у нас еще один катишок остался. Оп. И в урну. Все убрали, все чисто. Какой ты у меня хороший мальчик. Хорошая собачка. Милая, да. Хороший песик. Крошка Сью, беги скорее ко мне. У меня есть подарок для тебя. Бегу, бегу, мамочка. Мамочка, это что, собачка? Да, малышка, эта собачка, я вам ее решила подарить. Эту собачку зовут Рекс. Мамочка, она моя самая любимая собачка. Спасибо, я ее очень люблю. Я наколдовала снежную бурю. И она завалила Мишкин дом. Теперь ему не выбраться. Где же Миша? Где же Миша? Где же Миша? Где же Миша? Мишка, ты где? Миша! Маша, я здесь, помоги мне. Мишка, Мишка, ты что там застрял? Маша, меня завалило снегом, я не могу выбраться. Миша, как же тебе помочь, Мишка? Я весь замерз и кушать хочу. Что же делать, Мишка, как тебе помочь? Слушай, Мишка, есть одна идея. Я позову трактор, и он тебя откопает. Убегаю за трактором, жди, Мишка. Я ничего не могу сделать. Эта куча заколдована. Вызывайте волшебницу. Нам поможет только фея спасти Мишку. Ребята, помогите мне. Давайте позовем вместе фею. Фея, фея, приходи. И Мишутке помоги. Маша, что случилось? Почему ты меня звала? Милая фея, нужно спасти Мишку. Его засыпала куча снега. Сейчас мы скажем волшебные слова, и эта куча снега испарится. Волшебство начинается. Абра, катабра, швабра! Ура, фея! Снег исчез, ты настоящая волшебница! Мишка, выходи скорей! Скорей выбегай, ты свободен! Мишка, мы тебя освободили! Спасибо, девчонки! Я вообще уже очень там замерз и кушать хочу. Ну это какая-то, наверное, злая волшебница наколдовала.
Да, я видел черную фею. Эта гадкая девчонка спасла Мишку. Я так и знала. Добро всегда побеждает зло. Я очень злая и расстроенная. Сейчас пойду еще что-нибудь наколдую.